сегодня проводим большую работу по сближению России с исламским миром, и в этом видим свою особую роль поддержки тех усилий нашего руководства, президента, правительства, которые хотят развивать самые тесные связи сотрудничества с исламским миром. في دولة العدل بقيادة الحاكم بوتين أنتم في دولة العدل وأنتم محظوظون بأن تعطى لكم المساحة.